Не-не, подожди, подожди, стой. Не надо. Дай я сам попробую. Подержу. Вот что значит подсак не разобрать, да, Юрка? А я думаю, что же это за поклевка была такая бешеная? Тихо, тихо, тихо. Отпусти чуть-чуть. Сейчас он угомонится, я не могу сюда достать. Опа-на! О, какой красавец! Ну. Супруги-то моей, да? Ну, как хотела. Класс. Подсак разбери, Саша. Вот это была поклевка. Да, подсак надо разобрать. Приехали на вечернюю, опять сюда же. О, вон какой красавец. Ага, ветер. Вот она, вечерняя. Ветер, ветер, ты могучий. Только забросил, нападение, Саша. Как ожидал. Отлично, а где полотенце мое? Расскажите, вот как вот это вот называется? Ну это... Как? Ну, по месту называем сопляк. Сопляк? Сопляк. Сопляк. Он такой, скользкий. А вот это бычки? Это бычки, да. А что с ними делают? Да вот так, я вот кошка, а так можно на живца насадить. Ну, на живца вряд ли. Ну, то есть особо их не едят, да? Нет, просто нет, не едят. Так. А, это тоже бычок? Да, это все бычки и сопляк. О, вот это хорошенькая. Ух ты, прям хороша. Да, красавица. На Дону, на Доне гуливали кони. На Дону, на Доне гуливали кони, и костров огонем согревал бока. Звезд на небе россыпь, а я с гнедою сросся. Стремена по росту, да не жмет лука. На Дону, на Доне степь в полыни тонет, ветер тучи гонит, тучи облака. Вольная казачка, да над речкой плачет, видно не иначе. А любит казака тихие слезы, тихому Дону доля казачья, служба лихая. Воды донские стали солены, коли б на месте век простояли. Тихие слезы тихому Дону долго не видеть матери сына. Как не крепиться батьке седому, слезы тихонько сползут на щетину. На Дону, на Доне как цветок в бутоне, девица в полоне красоты своей. Счастью бы распуститься, лепесткам раскрыться, да одной не спится в лихолетье дней. Тихие слезы тихому Дону доля казачья, служба лихая. Волги донские стали б солены, коли б на месте век простояли. Тихие слезы тихому Дону долго не видеть матери сына. Как не крепиться батьке седому, слезы тихонько сползут на щетину. На Дону, на Доне гуливали кони, и костров огонем
закрывала бока. Звезд на небе россыпь, а я с гнедою сросся. Стремена по росту, да не жмет лука. Тихие слезы тихому дону, доля казачья, служба лихая. Воды донские стали б солены, если б на месте век простояли. Тихие слезы тихому тону, долго не видеть матери сына. Как не крепиться батьке седому, слезы тихонько прольет на щетину. Сюда ее. Быстро, в мой садок. Я тоже нашел, Юр. Только подальше наше закормленное место. Да. Молоток. Чего не радует? Ты ее не упусти. Ты чего же ее на берег не берешь? Ее чуть дальше. Да. Чуть дальше того места, которое прикармливали утром. Ой-ой-ой, стой. Мы прикармливали вот это место тебе. И вот там прави мне. Тут даже менять ничего не надо. Берем, забрасываем вот туда. Хоп, хорош. И ждем. О, вот это поклевка была. Причем я фидер даже не опускал. Я закинул и держал его в руках. О, грамотная какая. Да, вон она поплыла. Да в это, дернулась она. Я мим садка. Хорошая. Мы сейчас еще поймаем. Сань, это, по-моему... Кто он-то? Сазан? Не спеши. Это карась. Подожди, я подсачник возьму. Давай сюда его. Есть. Видите, я желаю, это действительно. Карасик, хороший. Хороший, прям приятный. Так. Давай, доставай своего карася. А я пока твою чехонь заберу. Круто я придумал. Да. Прям сказать. Гениальная идея, да? Гениальный план. Ну такая, Юрка. Покрупнее были, да? Да. Сань, ну. По совести говоря, это самый большой карась, который я ловил в жизни. Ну и красота. Ну-ка, покажи. Потом ради покажи. Интереса замерить. Юр, да.
Густерка. Тоже на бутерброд червь кукуруза. Да. Сабель хорошая. Да, на метровый поводок. Смотри, я его только бросать собрал. Только бросать. Давай, Юран. Покажи нам классу. Ух, хорошая какая. Сабель. Ну-ка, давай сюда ее. Нападение взяла или давно стоял? Нет, давно. Ох, классно. Все бы она такая была, да? Ну ничего. Так, ну и что, поедем коптить, что ли? Хлоп. Глянь, Юрк, какой у тебя садок, у тебя это, чихонь вылезает. Я видел, там, который поменьше, она, да, пытается. Ух, какой ты слишком, слишком крупно. Сетка крупновата. А почему у меня нет? На той стороне заповедник. Да. В прошлом году, когда летом мы были, стадо кабанов вышло на водопой. Юра, как они орали, это вообще кошмар. Да, как будто их режут. А это птица какая-то, наверное. Ну да. Только мне кажется, как будто она летит, но я не вижу, где она летит. Да нет, она на деревьях сидит. Это густера. Густера, наверное, да? Как? Калинка? Калинка? А у вас, в смысле, здесь, в Волгоградской? Ух, хорошая какая. Юрка, смотри, что делает. Под закат. Ух, елки, какая красавица. Вообще огонь. Тоже. Не, ну у тебя, конечно, меньше. Не, мне вот это, наверное, самое крупное, которое я поймал. Ну что ж, закинемся, что ли, еще? Не-не, вот у меня тоже есть нюх. Кс-кс-кс-кс. Найди. Любишь такую рыбку? Ну, бери, хватай. Она ж нюхает. Не будешь? Она не ест рыбу. А котенок? Кс-кс-кс. На, держи. Ну, не пускает. Не ест и не пускает. На, лови. Хоп, затачивает. Прям здесь, не отходя от кассы. Тихонько, вкусная. Нет, видишь, она полосится. Ее поуховаривают. Если там тот котел был больше, есть вишня, есть груша. На чем хочешь? Ну, давай на груши. Так, сазанов в самый низ. Обратите внимание, что прорезан он не внизу, а здесь, чтобы жир сохранялся. Юрку, он не вмещается. По диагонали только. Так, и вниз еще карася. Так, плотвичку тоже вниз. Все остальное кладем наверх, потому что снимать раньше чихонь, она очень быстро закоптится. Вот так. Эх, не умещается, маловато коптильня. Ужин холостяков, рыбацкий ужин.
один помидор на двоих. На двоих один пасок. Для развода менту. Опа. Так, Юрий Валерьевич. Я вас. Зажгите огонь. Слабее. Самый-самый минимальный. Еще. Еще. Оп. Отлично. Нормально. Ага, спасибо. Ждем. Открываем. Сейчас открою. Убедились, что она не готова. Продолжаем. Видишь, да? Хвосты торчат. О, господи. Чехоничные. А ты поперек? Рыбалка и кулинария с Саней получается. О, кстати, есть такой канал, называется «Рыбалка и кулинария с Санычем». Очень душевный канал, контент потрясающий. Зайдите, подпишитесь, выглядит он вот так. Вот, Алексей Саныч из простых блюд готовит изумительные вещи. Леха, тебе привет. Ссылку на канал оставлю в описании под видео. Так, верхний ярус снимаем. Делать грамотно. Слушай, Юрк, убери одежду, я сейчас сюда на пенек поставлю. Он не ровный. Не знаю. Ну подровняй. Возьми пилу. Оп. По-пырому, да? Так, глянь. Вот это отлично. Только вот это одна. Вот одна вот эта только не прожарилась. Мы ее сейчас назад вернем. А где это лежит? Маша. Мойша. Иди сюда. Будешь копченую-то? Ну ешь, на. Давай, не приставай ко мне. На, ешь. Ты помнишь, как год назад ты утащил у меня сазана на килограмм? А? Наглая морда. На, лопай давай. Вкусно, бурчишь. Второй ярус, скорее всего, готов. Ёлки-моталки, твою чешую. Это ж такой аромат. Да. Все готово. Карасик. Сазанчик. И плотвичка. Класс. И вот весь жир остался в сазане. Лишь бы теперь мышь все не съел. Надо убирать. Ой, приятного аппетита.